Всем привет, вы на канале PlayPanda, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня инди-хоррор под названием «Дом в лесу». Кто-то там, куда-то там был послан в какую-то экспедицию, и вот мы в лесу. В лесу, и нам необходимо, наверное, куда-то бегать. Возможно, бегать, возможно... Так, Т-фонарик. Это самое странное, что можно было сделать в игре. Я слышу чьи-то шаги, это пиксельный хоррор, в котором, наверное, будет очень страшно. Куда нам нужно бежать, я не знаю. Начинает стучать по ушам сразу же после того, как мы начинаем бежать. Очень шумно на самом деле здесь. Я не знаю, как ты будешь слышать это, я слышу это очень шумно. Прыгать нельзя, можно бегать и включать флешлайт. Цель игры, опять же, я не знаю. Наверное, мы должны убежать куда-то, потому что нас научили только включать фонарик. Как ты будешь это видеть на телефоне? Не знаю. Потому что на компьютере я сейчас на мониторе вижу достаточно в пределах 10 метров плюс-минус. А вот как ты будешь это видеть на телефоне, я не знаю. Если на телефоне. На компьютере ты, может, что-то и увидишь. Но здесь нет никаких настроек. Здесь вообще нет никаких настроек. То есть я вот нажимаю на Escape, он ничего не делает. И позволяет мне только... Там кто-то бегает. Поэтому мы бежим вон туда. Если здесь звук не врет, а он может врать, потому что в таких индюшках они со звуком не сильно заморачиваются, и получается, что у них получается какая-то ерунда со звуком. То есть звук справа, на самом деле слева. И, короче, сложно все. И ты понимаешь, что мы сейчас бежим по лесу, и ничего не происходит. Казалось бы, хоррор, да, очень шумно. Кстати, да, по поводу шума. Здесь очень громкая игра. И опять же, повторюсь, я не знаю, как ты слышишь это, так как хрен его знает, как там получится в итоге. Но по ходу игры я тебе прекрасно могу сказать, что я здесь... просто глохну. Если сейчас внезапно выпрыгнет какой-то скример, не удивляйся, что я очень сильно испугаюсь, так как элементарно меня по ушам даст, я просто испугаюсь от звука. Опять же, повторюсь, не знаю цели игры. Нужно, наверное, куда-то бежать. Я видел на скринах, что есть какой-то дом здесь. Я видел, что здесь есть что, по-моему, в этой игре это было. Может, я бегаю вообще по кругу, и толку от того, что я бегу, нету, и, типа, может, это симулятор грибника, как... Кто здесь? А, это я. Вот, я тебе говорю, это типичная игра, в которой мои шаги... Чего? Мой звук, звук от меня, точнее, исходит откуда-то из другого места. Я бегу на East. East — это что у нас? West-Восток, East-Запад. Или West-Запад. Толку от того, что я включаю фонарик, особо нету. Может, надо бежать к тетке, вот к этой, которая орет. Слышал, как орет тетка? Я слышал, как орет тетка, но что толку от того, что она орет, хрен его поймешь. Орет она и орет. Я говорю, здесь нет ни меню, ни настроек, ничего. Здесь только игра. Здесь есть только сама игра. Дом в лесу. А, ну дом в лесу же называется игра. Естественно, здесь есть дом. Если встать и оглядеться, то... Опа. Если это дышу я, то ничего страшного. Если кто-то дышит сзади меня, то это очень страшно. Ладно, побежали. Поорала бабёха этой поорала. Пусть орёт... Кстати, туманно, кстати, видно меньше. Свет, по крайней мере, видно спереди, да? Или это мне кажется?
Просто, как мне кажется, что видно стало спереди гораздо больше, чем было раньше. Нужно периодически останавливаться, хотя это в темном лесу идея не очень хорошая. И смотреть по сторонам. Смотреть. Музыку он оттуда играет. Значит, наверное, надо идти на музыку. Ну его нафиг. Не надо идти на музыку. Там кто-то с магнитофоном стоит, наверное, и музыку слушает. Очень злой и нехороший человек. Сердце у меня колотится не просто так. Я думаю, что это не от бега совсем, а это, скорее всего, от... от чего-то. Может, он чего-то боится. Может, он что-то знает, чего не знаем мы. Что происходит? Вот вообще, честно, вот что происходит? Я уже 6 минут. Бегу. Разговариваю. И ничего не меняется. То есть... Опа. И... Кто тышит тут рядом со мной? Ёлки-палки. Что мне делать с этой ерундой? Что? Здесь нет никаких кнопок по взаимодействию. Здесь нет кнопок никаких. То есть мне сказали вначале, ты сам видел, что? Ой. Бабёха опять орёт. Бабёха орёт вот тут. Толку от этого фонаря не вижу. Опять же, я повторюсь. Смысла игры я в этой игры тоже не вижу. Не знаю, как мне сейчас видно, красно-не красно, но надеюсь, что нет, потому что я предпринял все возможные меры для устранения этой красноты. Я бежал в обратную сторону, и ничего не помогло. Ладно, погнали опять на Е, вот на вот это бежим. Ну просто, вообще, как бы, цель-то у игры какой-то смысл должен быть. Может быть, я что-то не понимаю. Вот есть булыжник, дальше что? Если есть булыжник, значит, что-то рядом с ним тоже есть. Насколько рядом, я не могу знать. Вот хрен его знает, что там рядом, что есть рядом или нету. Короче, почитав про эту игру, я пришел к выводу, что смысла этой игре нету. А разработчик удосужился написать лишь только то, что ты, мол, сильно не расстраивайся, а исследуй тайны этого леса. Я такой говорю, хорошо, сейчас буду исследовать. И чё? О, у меня ноги, руки есть, ни хрена себе. То есть, эта игра сделана по типу PS1. Для Соньки первой, то есть. И сделана она что-то за 48 часов, что ли. Под вдохновением... вряд ли под вдохновением. Там, наверное, еще какие-то сильные наркотики были. Ведьмы Блэр. И финал, как написал разработчик, еще не закончен. Типа, к сожалению, не закончен. И извините, пожалуйста, исследуйте этот лес и раскройте все его секреты. Но так как мы ни хрена не знаем, какие здесь секреты, и какие тут, в принципе, могут быть секреты. Он написал, что здесь лес бесконечный, поэтому здесь можно бегать сколько влезет, куда угодно. Следовательно, мы можем просто на этом закончить. Сейчас вот до вот этого камня добежим, у которого мы уже стояли. Отойдем подальше. О, тетка. Может, добежим до тетки, посмотрим, что с ней. Хоть скример-то какой-нибудь. Во, дом, вот он. Ёлки-палки, наконец-то. Что делать будем? Ой. Кровь. Женщина, ты где кричишь-то? Ой-ой-ой-ой.
Что случается-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Комната открылась. Что делаем-то? Где здесь кто? Кто здесь кричит, стучит и плачет, бьется головой об стену? Меня бесит вот этот звук, который рядом со мной находится. То есть... За мной кто-то бежит, по сути, получается. За кем я бегаю-то хоть? Тут вообще ни шута не видно, поэтому... Здорово, мужик! Короче, хрен его знает, что произошло. Вот ты видишь заставку. Вот это все, что было до начала игры. И на этом, наверное, давайте закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.